Этот момент Артем Быстриков ждал несколько недель. С замиранием сердца он ведет дочь к доске подсчета. Узнаешь, кто здесь? Где папа? Лена сразу узнает папу и радостно поздравляет его своими объятиями. Здорово, красивая фотография получилась. На городскую доску почета Артем попал не случайно. Он работает водителем больше 12 лет. За это время он настолько хорошо изучил свою машину, что может по звуку определить любую неисправность. Можно определить количество охлаждающей жидкости, не только посмотрев на уровень, так сказать, отметку в бачке, но, как и любой водитель, должен слышать это все на слух. Жидкости здесь достаточно, уровень показывает на отметке на разрешенной. Профессию Артем выбрал не случайно. Он водитель в третьем поколении. Его отец и дед тоже сидели за рулем пассажирских автомобилей. И их фотографии он с гордостью показывает дочери. Я хотел, доченька, показать твоего дедушку же, помнишь? Давно мы у него не были с самого лета. Дедушка Саша. Ведь благодаря ему я стал водителем автобуса. Артем возил туристов во время проведения Олимпиады в Сочи. Рассказывает, что в тот момент было нелегко. Приходилось быстро ориентироваться в незнакомом городе и учить новые маршруты. Сильно люблю свою работу. Это часть моей жизни. Без своей работы я, наверное, буду не в своей тарелке. Для меня моя работа – это вот основа, собственно говоря, моей жизни. Артем постоянно развивается в своей профессии. На ежегодном конкурсе скоростного маневрирования он вошел в десятку лучших водителей Московской области. А несколько лет назад занял первое место. Сейчас Артем еще и наставник, обучает начинающих водителей. Получить эту профессию может любой желающий старше 21 года. Для этого нужно обратиться в химкинский филиал МОСТрансавто. Обучение в нашем филиале проходит бесплатно. Для обучения вы должны быть старше 21 года, иметь права категории Б или С. На время обучения выплачивается стипендия. По окончанию курсов все ученики гарантированно получают работу водителем в МОСТрансавто. В автопарке химкинского филиала больше 200 автобусов, на которых работает почти 1000 человек. В этом году компания празднует юбилей своей работы – 95 лет.